Планшет Samsung Galaxy Tab 2. Проверка связи и микрофона. Раз, два, раз, два. Прием, прием. Проверка. Как видите, микрофон. И связь ловит. Так. Насчет памяти, ошибка все-таки 8 гигабайт основной памяти. Так, проверка YouTube через Wi-Fi. Скорость в зависимости от загрузки Wi-Fi. Как видите, видео воспроизводится. Довольно-таки громкий. Он не свайпается, потому что через браузер. Так. Touch. Вся область работает идеально. Без задержек. Быстрый планшет и очень удобный, компактный. Так, далее зарядное устройство. Как видите, все заряжает. В комплекте, к сожалению, зарядного устройства нету. Но тут стандартный micro USB. Так. Камера. Фронтальная. В принципе, все.